Один человек погиб, двое пострадали, в том числе малолетний ребенок. Таков итог аварии в Орловском районе. ДТП произошло в пятницу около полудня на трассе М2 Крым в районе 384-го километра. По предварительной информации инспекторов, водитель 99-й, следовавший в направлении Курска, выехал на встречную полосу. Этот маневр стал для мужчины роковым. На пути ему встретился автомобиль Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ-2199 погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля Hyundai, женщина, получила телесные повреждения, и ее малолетний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве. Потом по факту будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.